Йоу, дорогие друзья, это канал Максимадзе и снова GTA 4. Сегодня будет необычный выпуск. Сегодня мы поиграем в мини-игры в GTA 4. Потусуемся с друзьями, сходим куда-нибудь там. В общем, осмотрим, какие тут свидания можно назначать. Давайте первым делом куда-нибудь сходим с Романом. Так, с Дмитрием и Фаустином разберемся потом, с Брюси тоже. Давайте по Роману чего-нибудь предложим. Предлагаю пойти. Нет, в стриптиз-клуб мы точно не пойдем. Предлагаю пойти сыграть в пул. Он же бильярд. Он же 8 шаров. Здраво! I did like to play some pool. Я давно хотел сыграть с тобой в пул. Два брата играют в пул, звучит. Приезжай за мной через час. Сейчас приеду, Роман. Окей, хорошо, немедленно выезжаю. Едем. Вы договорились о встрече, подберите Романа в указанном месте. Что ж, выезжаю немедленно. Недалеко от того, где нам предложил встретиться Дмитрий Раскалов. Я сегодня еще, кстати, выложил выпуск, последний выпуск «Сам себе режиссер». Передача «Сам себе режиссер», но вы, наверное, такую передачу знаете, потому что она... Так, там встреча с Дмитрием, мы туда не пойдем. А Роман здесь. Эй, йоу, Роман, прыгай скорее. Да... Какого хрена? У машину мою сломал. И ты сейчас как... Мудак. Окей, things aren't easy for us here, but together we are doing... Вот так вот тебе, чтобы не врезался в... того, куда не следует. Так, куда ехать? В пул. Сюда. Да. Сыграем сначала в бильярд, потом с кем-нибудь сходим в боулинг. Или не в боулинг, может лучше на шоу сходим или еще куда-нибудь. Ой. Ну ладно, давайте пожрем, потом съездим в пул. Вкусная была жачка, но мы не пойдем в бар, потому что пьяным быть нам не надо. Stop being so dramatic, Nico. Time is a healer. We live and we forget the past. Nothing helps a man forget, like... В принципе, провождение времени с друзьями никак на сюжет не влияет. Это просто, если вам развлечение надо самим. Стой! Летишь, мать твою. Хотя я тоже еду, конечно, как дурак. Виляю постоянно, как пьяный водитель. Ну, у меня же нету прав, я ездить не умею. Блин. Пошли в пул. Во. Обожаю играть в пул, хотя я в него и плохо играю. Ну что ж. Вы можете ударить по любому цветному шару. Да, не все цветные-то как бы.
Так. Для перемещения к я. Используйте мышь. Удерживайте пробел для точной настройки. О! Хорошо. Опа! Один шар попал в ямку. Значит... Значит, я и следующий ход так же делаю. В смысле, что не попал-то? Нет, 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 не, 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 блин. Белый шар попал в ямку. О, Роман-то лучше играет, я смотрю. Да, это точно. По сплошному шару надо попасть. Значит, вот такой вот шар, я думаю, сойдет. Опа. Хорошо. Нет, это не сплошной шар. Давай, 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 черный шар, да, ё-моё. Блин, у него сейчас белый шар улетит туда. По сплошному шару надо попасть. Вот в желтый шар-то и можно, в принципе, как раз таки и попасть. Хотя нет, он в ямку-то не улетит вообще никак. А, я недорассказал, кстати. Удар по шару не того цвета. Недорассказал, что я выложил последний выпуск сам себе режиссера. Вот. Я только дело в том, что я только вчера узнал, что передача закрылась. Просто существовало 27 лет. Да, 27 лет. 1992. 2019, 27 получается. Чё так медленно? I will get the hang of this. Это не годится никуда. Нет, 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 да ё-моё. Ну. Блин, он офигенно вообще играет. Не то, что я, блин. Снизились рейтинги у этой передачи, поэтому и закрылось. Дело в том, что YouTube и интернет развивается. В 2005 году появился, 15 лет назад.
И с тех пор уже программа, в принципе, никому не нужна, потому что люди выкладывают спокойно видосы на YouTube, и вся страна, весь мир может их прекрасно видеть. А передача создавалась именно для этого. Чтобы вся страна видела видео, которое вы снимаете. Именно поэтому передачу уже не смотрит никто, она никому не интересна. Извините, вы проиграли. Ну и фиг с ним. Твой брат играет в пул лучше тебя, ты ему не соперник. Да ладно, ладно, верю. Мне, в принципе, не обидно. Это игра есть игра. Еще и, видимо, из-за низких рейтингов программа выходила в 4 часа ночи в последнее время. Ну, выходила до этого только по воскресеньям в 6 утра. Тоже вот не выбрали неподходящее время они для того, чтобы показывать ее. Видимо, места не нашлось, кроме 6 утра показывать по воскресеньям сам себе режиссер. В это время ее никто уже не смотрит. Либо на работу торопятся, собираются, либо сдрыхнут все. По воскресеньям... по воскресеньям в 6 утра все дрыхнут. Ее никто не смотрит в 6 утра. Потом с апреля по какой-то другой месяц она вообще в эфир не выходила. Потом возобновилась и стала выходить в 4 часа ночи, когда все спят. Естественно, ее никто в это время не смотрит. Поэтому рейтинги окончательно снизились, и, естественно, никто... Им ничего не осталось, как снять программу с эфира. Вот и все. Сам себе режиссер не актуален уже просто и все. Я тебе здесь все покажу. Звони, когда сможешь. Теперь давайте куда-нибудь с Мишель сходим. Hello, Michelle. You want to hang out with me? Сто лет ничего о тебе не слышал. Я уж думал, ты забыл про меня. Почему бы и нет? Все равно мне ничего интересного. Заезжай через часок. Нужно ехать на знак с сердечком. Ничего себе, у чувака машина какая-то ржавая совсем. У меня даже лучше. Тихо. Да. Ты мне родственник, ты можешь пользоваться семейным бизнесом. Если тебе понадобится такси, звони мне. Спасибо, в этом городе без такси не обойтись. Если вы установили дружеские отношения, можете пользоваться, позвоните и выберите такси. Очень круто. Полезная вещь. Пригодится. Эй, Нико, поехали. Предлагаю поехать... в дартс поедем. Я знаю, ты, Мишель, не любишь фургоны, но я их люблю, это моя личная машина. В принципе, мне и выбирать, на чем ездить. Я люблю фургоны, особенно такие.
Надо бы, наверное, в мастерскую заехать, потому что... Там, наверное... Надо будет починить все-таки машину. То, что врезались сзади, фара передняя еще разбита. Жаль, что вот здесь нету, в отличие от GTA 5, здесь, жаль, нету специального места, куда пропадают конфискованные машины. Если исчезла машина, то все, ищи новую. Это вот, конечно, жаль. Потому что такой фургон, как у меня, сложно найти. Sorry. Ой, извини, извини. Так, короче... Дартс это... Стоп, а куда мы приехали-то? Нам надо не сюда. А вот девушек так мотать не надо. Заблудился. Отношения стараюсь не портить. Ой, что-то тиринг на экране, что ли, или это дорога так выглядит. Ой, а что я не могу заехать-то? А. Куда? А куда идти-то, блин? Сюда. Тут заблудишься, блин, куда идти? Дартс, хороший выбор. Давайте сыграем в дартс. Правила игры в дартс. Забросайте дротики в 20 пронулевых секторов. За попадение в крупную часть сектора списывается номинал. Он обозначен... числом с внешней стороны круга. За попадание в узкую часть списывается удвоенное значение. Узкая полоска приносит тройную сумму. В центре мишени находится бычий глаз. Попадание в него дает 50 очков, а кольцо вокруг него 25. Для побед вы должны первой довести свой счет ровно до нуля. Помните, победный бросок обязательно должен прийтись на удвоение. Если случится перебор, результаты броска не засчитываются. Начнем с двадцатки. Опа. Сорок пять очков. И... Опа. И... Опа. Чик. На букву П похоже, как сектор приз в Поле чудес, блин. Кстати, люблю Капитал Шоу Поле чудес по телеку. Эти песни до пляски там уже достали всех. Нико абонент. А подписать персонажей тут нельзя, а? Опа. Надо на единичку попасть. На.
Опа. Перебор. Какой перебор? Я же на 20-ку удвоение вставил. Сорок девять. Е, мы победили. Отлично. Видите? Проиграл и выиграл. Well played, Nico. Отличная игра, Нико. Медленно, у нас очень странная страна. А этот город сводит людей с ума. Как Роман? Да ничего. Он вроде любитель азартных игр. Ничего об этом не слышал. Мэллори сказала, что он задолжал какие-то бандитов. Ты знаешь об этом? Нет. Это меня очень пугает, я имею в виду Роман. Кажется, это он, она про албанцев говорит. Ой, сейчас, секунду. Так. Я чувствую, Роман допрыгается с этими долгами. Ой, тихо! Так, и давайте... Может быть, с Брюси куда-нибудь сходить. Давайте-ка попрощаемся. Пытать счастье мы не будем, тут ни с кем. Не соблюдают правила дорожного движения. Говорит Брюси, у меня тут жизнь кипит. Оставьте сообщение после сигнала. Понятно. С Брюси нам никуда сейчас не сходить. Может, с Джейкобом куда-нибудь сходить? А давайте же сходим, знаете куда? На шоу. Интересно мне, что это за шоу такое. Это я, Джейкоб, слушай, шоу интересует? Давай сходим, а то скучно. А как же раз-то? Заезжай за мной через час. Хорошо, уже выезжаю. Рядом. Let's go, Star. Интересно, а что еще ответят люди, которым я буду звонить? Давайте сходим на шоу. А как она обозначается? Да, она выглядит именно так. Надо было, наверное, с Мишель сходить на шоу, а с Джейкобом Дартс. Так было бы логичнее. Давайте позвоним кому-нибудь, посмотрим, что они ответят. Давайте начнем с Дмитрия. Здравствуй,
Здравствуйте, вы позвонили Дмитрию Браскову. Я сейчас не могу ответить. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение, и я вам перезвоню. О, он по-русски говорит. Интересно, а Фаустин, он тоже русский, может, он тоже что-нибудь по-русски скажет? Привет, это мистер Фаустин. Перезвоните, когда я буду для первого делового дела или для личного разговора. Или оставьте мне сообщение. Он по-русски не говорит. А вот Дмитрий Раскалов сказал по-русски. Ладно, посмотрим, кто тут с ума сбежал. Посмотрим, что же тут за шоу у них демонстрируется. Тоже они, ну, там, например... Нас с вами ждут два удивительных представления. Первым на сцену выйдет невероятный Клейдмен. Добрый вечер. Меня часто спрашивают, Клейдмен, как ты узнал о своих магических способностях? Ты когда-нибудь использовал их во благо? Может, ты исцелил больных раком или уничтожил ядерное оружие? Один парень как-то спросил, вы можете сделать что-то более женственным? Нет, всего лишь развлекаю зрителей. Я не удовлетворяю бисексуальное любопытство. Сейчас моя ассистентка взлетит в воздух. Силы гравитации Исаак Ньютон мне не указ. Итак, взлетай. Вау. Взлетай, взлетай, вот так, да, выше, выше, ниже, выше, ниже. Вот так. Еще давай. Эта грязная полностью в моей власти. Ой, какой некультурный ты человек. Что за отстой? Пошел ты. Лорел, ты меня парализовала. Тебя парализовала. Не волнуйтесь, надеюсь, параличие затронул только нижние конечности. А теперь, мисс Блюси... Блюзи... Приветствую вас. Добро пожаловать в наше маленькое представление. Играй, Эл, прекрасный пианист. Правда, сейчас звучит запись его профсоюз. Захотел слишком много денег. Теперь я пою под фонограмму. Но я чувствую душу, он здесь с нами. У меня есть для вас песня, она о том, что может случиться с каждым из нас. Это не про группировку в купе с двумя проводниками. Это песня о том, как мы теряем детей. Когда ребенок идет в школу, его может забрать кто-то чужой. И тогда вы достанете из пыльного буфета даже бутылку джина. А потом просыпаетесь в стерильном отсеке космического корабля, и человек, похожий на вашего отца, смотрит на вас. И вы понимаете, что он никогда не бросал мать ради толстой, сами знаете кого, с автозаправки. Его похитили, а вас отвозят в Айову. И ночью оставляют на пшеничном поле и рисуют разные фигуры. Поют сверчки где-то недалеке, мычат коровы. Ваша... Задница горит после инопланетных экспериментов. Ох, и святой призрак стоит с вами рядом. Призрак Бога. Девочка качается на качелях, и вы сбрасываете ее на землю. Знаете, мы все это были на месте этой девчонки. Иногда жизнь сбрасывает вас с качелей. Или превращает вас в девчонку, даже если вы мальчик. Что ж, на сегодня это все. Люблю вас. Спасибо за внимание, приятного вечера. А где песня? Мне что-то ничего не понятно. Мисс Блюзи Сент-Джон.
Это я не понял, где песня? Будь другом, подбрось до дома. Вот неинтересное шоу совершенно. Вот, друзья, смотрите, какое шоу. Все знают, кто я такой. Я Нико Беллик, а это мой друг, малыш Джейкоб, кличка его. Но мало кто знает, что мы с ним обожаем анекдоты. Итак, тук-тук. Зрители кричат, кто там? Тук, молото. Тук-тук. Они спрашивают, какой тук? Тук, молоточек, я стукнул, зал хохочет. Из Умельца Мэнни, помню, такое было. Или вот еще что. Да хорош ты курить, блин. Прошу прощения, мой друг заводной, но боится. И вовсе я не заводной, я ключ разводной. Интересно, если я разводной гаечный ключ, тогда как должен выглядеть мой замок? А кто сказал, что пила, пила? Она ничего не пила, не пила и даже не ела. Я уж молчу про рулетку и фонарик. Ладно, все, пошли отсюда. Нечего тут больше делать. Спасибо за внимание. Наше представление гораздо лучше, чем то говно, которое мы сейчас увидели. Господи. Всякую как можно показывать такую ерунду? Отлично, заедем в автомастерскую. Пусть починит мою тачку. Что-то я не могу разглядеть, чуть за цвет. Ну ладно, фиксим. По-моему, это тот же самый цвет. Да фиксим, какой цвет. Но желательно белый. Йоу, было прикольно, да. Но мне так не кажется. Говёное шоу у нас гораздо лучше. Мы еще вернемся туда. Ну что ж, на этом предлагаю закончить серию. В следующей серии мы повыполняем задание Брюси. Нас там предстоит еще гонка, на которую нас Брюси позовет. Давайте-ка домой вернемся. Нет, не надо к Дмитрию, мне надо домой. В квартиру. Надо было им песню на сцене спеть. Как вам... Сейчас. Енишей, Енишей, я скажу не спеша, я люблю тебя и все притоки Артеша. Енишей, Енишей, ты удобный, Енишей, хочешь купайся, а хочешь пей. Песня Эдуарда Сурового, Comedy Club 2008 года. На этом предлагаю закончить. Всем огромное спасибо, что смотрели это видео. Придется опять ехать в автомастерскую. Спасибо, что смотрели мое видео. С вас лайкосы, подписывайся, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал и группу ВКонтакте. Ну все, всем пока. Ну вот какого хрена вы делаете, объясните мне.